Да, уже 6 человек. Вот сейчас Юха Мецела. Умарк. Бурмистров. Ну, там вавилонское столпотворение перед Василием Кошечкиным. Там свои, чужие. 6 человек перед ним. Умарк. Пошла шайба. 2-2. За 46 секунд до завершения третьего периода. Салават Юлаев сравнивает цифры. Ну, действительно, очень много народу было перед Василием Кошечкиным. И воспользовался этим Линус Умарк. Там, возможно, был рикошет, возможно, было подправление. Там Хартиканин, во-первых, показал, куда надо отдавать передачу. Кому показал? Умарку. Человек, который может отдать передачу практически в любое место. Подправил. Прижались игроки «Магнитки». Вот один игрок атакует, остальные находятся чуть ближе к Василию Кошечкину. Ну и, соответственно, там, посмотрите, как закрывали обзор Василию, что там просто нереально ее увидеть. Тему Хартиканин подставил клюшку. 5-й гол в серии, 9-е набранное очко. Очень здорово все для него складывается. 2-2.